Алиев, Холланд, рефери. Боковые судьи. Фуат Асланов, Азербайджан. The judges are Фуат Асланов, Азербайджан. Вячеслав Майзель, Израиль. Вячеслав Майзель, Израиль. Константин Ёлкин, Эстония. Константин Ёлкин, Эстония. Отиена Нейсон, Кения. Отиена Нейсон, Кения. Валерий Бандалак, Молдова. Валерий Бандалак, Молдова. В красном углу ринга Мужибова Турсунов, Узбекистан. Red corner, Мужибова Турсунов, Узбекистан. В синем углу ринга Тигран Узлян, Россия. Тигран Узлян, Russia. Blue corner.
красном углу ринга Мужидова Турсунов, Узбекистан. Мужидова Турсунов, Узбекистан. Red corner boxer. Возраст 21 год. Занимается боксом 9 лет. Представляет спортивный клуб «Динамо». The boxer is 21. He has been boxing for 9 years. Now represents Динамо Спорт Клуб. Провел 121 бой. Одержал 100 побед. He has taken part in 121 bouts, winning 100 of them. Финалист чемпионата Республики Узбекистан 2021 года. He's 2021 Uzbekistan Championship finalist. Тигран Узлян, Россия. Тигран Узлян, Россия. Блокона. Место рождения Республика Абхазия. The boxer was born in Abkhazia. Возраст 26 лет. Занимается боксом с 6 лет. The boxer is 26. He has been boxing since he was 6. Двукратный победитель первенств Европы,
He's two-time European Championship winner. Финалист Кубка мира. World Cup finalist. В этом бою раздельным решением судей
Победу одержал боксер из красного угла ринга Мужимова Турсунов, Узбекистан. Мужимова Турсунов, Узбекистан. Red corner boxer. The winner by split decision. Весовая категория.